Добрый день! Немного покатаем наших МАКСов. Это коллекторный и, соответственно, бесколлекторная версия. Катать будем здесь на мотокроссовой трассе. Здесь достаточно много трамплинчиков, прямых, неплохих каких-то поворотов. Покатаем обе машинки на 2S и посмотрим, какая будет поинтереснее. Ух ты, коллекторный как стартанул-то впервые. Достаточно мягкая земля, то есть при приземлении нет такого сильного удара. Отлично летит. Теперь коллекторный. В принципе, по скорости отличие у них небольшое, максималка на 2S. Вот это сейчас и проверим по динамике. Ну, скажу так, да, видно, что стартуем помедленнее, но в целом, реально неплохо. На БКшном будет сильно видно на 3S, а вот на 2S, в принципе, ну, видно, да, что и прыжки поменьше. Оп-оп. Так, сделаем пару кружков по треку. Управляется неплохо, при учете, что я выжимаю газ полный практически всегда. То есть вот это выжатый полный газ. Давайте на БКшке. Вот его уже чуть сложнее управлять. Опять же, в принципе, полный газ я выжимаю, но носит его чуть сильнее. То есть на прыжках его прям старается увести. Вот он, полный газ. Вот так можно делать. Давайте обратно на трек. Вот это стезя, конечно, монстров. Трамплинчики, прыжки, приземление на землю. Без опасения того, что когда мы приземляемся на асфальт, что-нибудь сразу сломается. Прям можно выжимать газ и гонять. Так, пойдемте, наверное, еще поищем какие-нибудь трамплинчики. Так, не получилось, давайте еще раз. Получилось.
ну, если сравнивать с коллектором, без коллектора, вот на такого рода катание, коллектор даже, наверное, интереснее, потому что он чуть лучше управляет. В динамике видно, что БК-шка, она чуть-чуть там порезвее трогается, немножко там динамичнее она там едет, но вот здесь при сравнении 2S разница будет неощутимая. Давайте еще маленький, потом на БК-шку поставим 3S и уже потом сравним. Пылим. Снимаем 2S и ставим 3S. Смотрим на динамику 3S. Поехал он, по-моему, побыстрее. Ну вот, уже динамика. Это уже, конечно, поинтереснее. Отлично. Но зато на 3S мы постоянно идем его переворачиваем. Стал он гораздо чаще падать на кузов. Ну да, то есть уже на 3S это, можно сказать, монстр. Потому что он становится менее управляемым. Его прям начинает активно переворачивать. То есть на 2S можно его прям спокойненько управлять, то на 3S нужно прям его постоянно ловить, контролировать. И вот, кстати говоря, на 3S прям ощущается нехватка, как у нас доворачивают колеса. Поверхности он фактически не склонен вставать на велибарку. Я стартую практически сразу. Он пытается подпрыгнуть, но за счет того, что зацеп у нас не самый лучший, он на велибар не встает.
Подведем небольшие итоги. Откатали на коллекторном один аккумулятор, на бесколлекторном откатали почти полностью два аккумулятора. По итогу ничего не сломалось, машинки полностью в строю, потому что вот та поверхность, где мы катаем, это та самая стезя, где вот Ремахоби и Максу, в принципе, самое то. Земля достаточно мягкая, даже если где-то он там переворачивается, врезается, кувыркается, врезается там даже днищем, там лобовым какие-то удары у меня были несколько раз, все осталось целое. Конечно же, при сравнении на 2S разница не сильно ощутима, при том, что здесь еще и часть мощности уходит в букс, то есть БКшка больше проворачивает и не хватает той же динамики при старте, как мы видели, например, на том же асфальте, но опять же, это не скажу, что минус. При 3S аккумуляторах, соответственно, видно, что MX у нас бесколлекторный едет куда интереснее, но, опять же, если кататься именно по такой поверхности, то даже пластиковые ремовские родные привода будут жить лучше, потому что часть мощности уходит именно в букс, то есть при старте они проворачиваются, и, соответственно, машинка уже более плавно у нас, получается, набирает скорость. Надеюсь, видео было интересным, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до следующих видео. Пока!